Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале «Готовим счастье дома». Сегодня будем готовить очень вкусное и необычное блюдо – котлеты из чечевицы. Основные составляющие этих котлет – это рис и, конечно же, чечевица. Для начала хорошо промоем рис, зальем водой и ставим вариться до готовности. Пока рис варится, очистим лук от шелухи и нарежем крупным кубиком. Отставляем его пока в сторону. Теперь займемся чечевицей. Я ее предварительно замочила на 3 часа, чтобы она набухла. В эти котлеты можно использовать и зеленую чечевицу, но ее желательно замачивать минимум на 8 часов. Перебиваем нашу чечевицу с помощью блендера до однородной массы. Затем добавляем нарезанный лук и снова все хорошо перебиваем. Когда мы все перебили, перемешиваем и добавляем выдавленный через пресс чеснок. Снова все хорошо перемешиваем. В самом конце добавляем рис, соль и специи по вкусу. Снова все хорошо перемешиваем до однородности. Теперь можно приступить к жарке наших котлет. Разогреваем на сковороде немного оливкового масла и выкладываем наши котлетки. Жарим по 3-4 минуты с каждой стороны. Котлеты из чечевицы готовы. Такие котлеты можно есть как в холодном, так и в горячем виде. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за просмотр!